Как расшифровывается ДНК? Блин, сейчас. Две цепи, дирибоксинуклеиновая кислота, вот так вот. Ну верно, но ты бабосы не выиграл. К сожалению. На стриме 18 числа я буду дарить деньги. Что нужно сделать? Подписаться на мой канал и... YouTube! Да, и на YouTube канал еще подписаться. Да что ты там делаешь, что, а? Куда ты полез? Птица, у которой вообще нет крыльев. Вообще нет. Вот их вообще нет. Но она ходит как голубь, только нету крыльев. Ну, я знаю курицу. Наверное, курица. Курица. Какая самая маленькая птица в России? В России? Воробей. Воробей. Ну, все верно. Хорошо. В каких месяцах? 28 дней. В каких месяцах? В одном только месяце. Месяцах. В каких месяцах? 28 дней. Блин, я... Честно тебе сказать, это самый легкий вопрос. Во всех месяцах 28 дней. Это ответ? Самый большой остров в Европе. Австралия? Австралия. Самый большой остров в Европе. Кипр, не знаю. Кипр. Молодец. Серьезно? Самая населенная страна в мире. Два варианта тебе дам, я вижу, ты вообще тухнешь сразу. Китай или Индия? Индия. Почему Индия? Ну, потому что у меня какая-то чуйка такая есть. Бро, ты понимаешь, что ты сливаешься? Вполне понимаю. Как расшифровывается ДНК? Какая-то там натриновая кислота. Нет? Я тебя засчитываю. Молодец. Но ты слилась на всех вопросах. Сколько было президентов в Российской Федерации на посту? Один. Кто? Путин.